зашли в греко-католическую церковь Санта Мария Кармелин. Она так очень скромно оформлена, но это не главная ее достопримечательность. Здесь возле входа, еще до входа в церковь, есть уста правды. Это круглая мраморная маска со щелью, там, где должен быть рот. Туда нужно положить руку. Это так называемый средневековый детектор лжи. Уста правды. Если вы где-то нагрешили и обманули, то руки вы лишитесь. Сейчас мы поучаствуем в этом шоу. Но нужно отстоять очередь где-то полчаса, чтобы попасть, потому что очень много желающих проверить себя на детекторе лжи. Thank you.